Всі, вочевидь, розуміють, що псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим. І так от прокоментував вчинок польських фермерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі X. Він додав, що будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці забирає вирощування зерна, особливо у воєнний час. Дмитро Кулеба назвав напад на українські фури провокацією і закликав притягати винних до відповідальності. Петр Кульпа, директор програми школи міністрів Київської школи державного управління і колишній член уряду Польщі, до нас доєднується. Обговоримо цю ситуацію з ним. Пане Кульпа, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватись. Пане Кульпа, от коли подібна ситуація була восени, так, теж з блокадою кордону, то ви безпосередньо казали, що це не протест, а анархія в одному інтерв'ю. Саме так ви охарактеризували тоді ті дії. Як ви можете зараз пояснити те, що відбувається на українсько-польському кордоні? Це питання виняткової економіки чи є ще щось? Це анархія, на самом деле, це преступлення, але треба бачити контекст цього. И в Польше огромные протесты, практически 350 мест в Польше, которые было парализировано, перекрыты все дороги в больших городах, сотни, тысячи тракторов, да, заблокировали польские города и так далее, потому что на самом деле это все на фоне огромнейшего протеста польских крестьян, польских производителей, которые работают на земле, в двух вопросах. Первый – это новые проекты Еврокомиссии, которые касаются так называемого «зеленого порядка», которые, например, ограничивают потребление пестицидов, ограничивают употребление земли. Короче, таким образом, что часть земли должна оставаться без обработки. И, с другой стороны, неконтролируемый приплыв продуктов сельскохозяйственных из Украины таким образом, что они считают, что в Украине производят их без учета тех норм, которым подлежат производителей в Европейском Союзе. Вот так это выглядит. На границе произошла провокация. Вчера была встреча премьер-министра Туска, открытая встреча в Mongowo, это на восточной стороне Польши, с крестьянами, с предпринимателями. И премьер-министр сказал так, что один вопрос – это помощь Украине, это поддержка Украины. И здесь никому он не разрешит играть на антиукраинских сантиментах. Это вполне понятно. Но премьер-министр сказал, что не видит причины, из-за которой несколько украинских агрохолдингов должно богатеть, прикрываясь войной. Tak буквально сказал, просто обратил внимание на факт, что производители зерна в Украине получают относительно мало, что бюджет Украины доплачивает экспорту зерна, поскольку возвращают НДС, который накручивается от цен, которых производители не получают. Таким образом возникает большой прорыв. Я бы сказал, что некоторые анализы показывают, что украинское зерно попадает в Польшу. Себестоимость этого зерна для тех, которых скупают для агрохолдингов и экспортируют, это 25%. 70% это навар, который позволяет на коррупцию, которую делает государство польское беззащитным. Было показано случаи, например, когда зерно официально идет в Литву, там на границе снимаются пломбы, а потом те же самые грузовики возвращаются в Польшу, как литовские. То же самое в портах. Например, грузовики приезжают в порт, в порту приходит зерно исследования, оказывается, что оно недействительное, короче, не выполняет нормы, потом уже возвращается в Польшу, не возвращается в Украину. Таким образом, премьер-министр сказал вещь такую, что если десятки тысяч людей выходят и считают, что это угрожает жизненным интересам, никто не выходит ради того, что это ему нравится. Это серьезный вопрос, серьезные проблемы. И он сказал вещь важную, что этот вопрос будет предметом
его встреч сейчас в Берлине, в Париже, чтобы создать какой-то спасательный механизм. Почему? Потому что если это не произойдет, люди, их жизненные интересы, которые им ближе, чем любая война, чем независимость Украины, Польши, чем что-либо, потому что это близко, да, это угроза, они просто создадут почву ненависти и поддержку для Украины. Поэтому здесь Еврокомиссия должна действовать, помочь Украине системно, таким способом, чтобы единая политика была выработана. Вот вопрос сегодня господин Вебер обратился за то, чтобы снять должность польского комиссара по сельскому хозяйству в Еврокомиссии. И в принципе такое ожидание вышло даже со стороны тех, которые его назначили, прошлой коалиции, которая была в Польше. Вот насколько... Пане Кульпа, але дивіться, коли ми кажемо про те, що ну от ви зараз кажете, так що про те, що там декілька крупних агрохолдингів заробляють на цьому. Ну а взагалі є інформація в польської сторони, що це за агрохолдинги, чому не можна, ну скажімо, чи є якась в цьому комунікація, чи мала б вона бути, вочевидь, з українською стороною? Тому що, ну якщо це просто хтось там на цьому заробляє, ну не знаю, може там українська влада не знає про це. Або ну на основі чого базуються отакі звинувачення? Смотрите, то, что в польском информационном пространстве идет дискуссия, потому что крестьяне требуют не то, чтобы сказали, какие украинские фирмы продают, а раньше, скажем, полгода тому назад была информация, что одна украинская фирма, я не хочу ее называть, но это самая большая украинская фирма, да, отвечает за большинство всех этих операций. Короче, это одна самая большая, самый большой агрохолдинг. Вопрос здесь не в том даже. Вопрос в том, что они называются украинскими. На самом деле это не украинские, а это капитал британский, голландский и так далее. Поэтому такая поддержка со стороны вот именно Старой Европы, чтобы не было никаких ограничений на ввоз этого зерна, потому что они являются реальными собственниками этого зерна. К ним доплачивает украинский налогоплательщик, финансируя возврат НДСа, и, в принципе, производитель украинский просто получает копейки. Вопрос здесь в другом. В том, что сейчас в Польше мы получим, думаю, если будут дальше настаивать, они сейчас проверяют легальные моменты, получим информацию, какие польские фирмы покупали, потому что эти сделки имеют две стороны. Надо понимать, что очень много вещей проходило без бумаг. Просто реальность такая, что склады полны, а идет лето, идет сбор урожая, и эта ситуация повторяется. Короче, проблема может быть решена только реально Брюсселом, только единой политикой, единой программой поддержки для Украины, транспорта этого зерна и экспорта, чтобы компенсировать, чтобы не было этого нажима на рынки Европейского Союза. Пане Кульпа, а як в такому випадку ви пояснюєте, ну добре, є якісь там агрофірми українські, в яких там іноземний капітал, і от, ну, власне, це є там, можливо, однією з причин, як ви кажете, так, цієї всієї ситуації. А як тоді ставитись до інформації про те, що, от зараз відкрита в мене статистика, Вища контрольна палата Польщі стверджує, що за цей час було імпортовано з України 4,3 мільйони тонн зерна, а з Росії 12 мільйонів тонн. Тобто, ну як це взагалі можливо? Ну, це вопрос періоду, коли це відбувалося. Просто я не знаю этого отчета, хотя Період с початку січня 22-го року до кінця серпня 23-го. Вот, это время, когда не было ограничений на импорт зерна из России, не было тогда эмбарго, и просто наживались, а Украина тогда еще не перестроилась, да, потому что из портов, когда порты были закрыты, это просто, это только эта система налаживалась. Сегодня есть очень серьезное ограничение, зерна практически из России не поступает, но
zawał, który nastąpił w 22 roku. Wszystkie składy na 23 byli zabite, da? Potem gospodarstwowa programa, żeby ich oswobodzić i da się pora tego nie zdjęli. Ja считаю, że вопрос не касается, это не польский вопрос. В Польше крестьяне организованы, они поднимают, но то, что показывают протесты в Германии, во Франции, в Испании, в Португалии, это просто, это вся Европа сегодня дрожит под этим напором. И если не будет программы Европейского Союза, который компенсирует Украине цену транспорта таким образом, чтобы все эти продукты уезжали вне Европы, тогда просто будет огромнейшая волна на против украинская. Вот это то, на что обращал внимание премьер-министр Туск. Так российское зерно йде зараз в Польшу, чи ні? Z tego, co ja znaju, nie. Сейчас jest prosta błakat. Сейчас błakat. Formalna ograniczeni nie, no nie może być z Kaliningradskiej oblasti. Prosta nie izuciały to. Тут я просто читаю, от, знову ж таки, теж, ну, це інформація за за літо, так, 23-го року. От, тобто більше піврічної давнини, але Міністерство розвитку і технологій Польщі, так, вони тоді сказали в липні, що не будуть вводити заборону на імпорт російського зерна до Польщі, бо не становить загрози громадській безпеці Польщі російське зерно. От мене це трішки, ну, непокоїть, особливо в тому контексті, так, що дійсно, ну, невже там ви кажете, що це не проблема поляків, так, але, ну, саме поляки, ну, нищать це зерно, от те, що ми бачили. Смотрите, вопрос 22-23 года. Все это шло под лозунгом, что нету вопроса зерна, зерно никому не угрожает, привозите. Они не могли написать, что российское зерно угрожает, не говоря, что или, например, что украинское угрожает, российское не угрожает. Короче, если украинское не угрожает, тогда почему российское должно угрожать? Вот этого типа мышления, да? Поймите, они не живут вопросами войны. Смотрит каждый на конец собственного носа и не думает шире. А это неправильно, потому что на самом деле Польша является частью этой войны, которая идет также против Польши. Гибридная война, она не такая, как против Украины, да, стратегически. Просто это недопустимо. Я скажу дальше. Недопустима ситуация, когда в условиях агрессии в стране сохраняются законы, когда любой может зарегистрировать протест, потом блокировать дороги и так далее, и так далее. Независимо, это правильно, неправильно, мне кажется, что во время конфликта и риска использования этого Российской Федерации стоит это передумать. И еще раз повторяю, выход не в Польше, не в Варшаве, не в Праге, не в Берлине, а вместе в Брюсселе. Короче, то, о чем Туск говорил, что... Да, просто смотрите, вопрос чисто финансовый, потому что если была бы программа Европейского Союза, которая бы покрывала цену транспорта этого зерна таким образом, чтобы его можно было вывести из Европейского Союза, нет вопроса. И Брюссель это должен сделать. Полин, так, погоджуюсь з вами, ну, але для нас це питання, бачите, не тільки грошей, але і безпеки економічної, зокрема, від якої залежить і безпека, в принципі, виживання і питання виживання країни. Дякую дуже, пане Петр, вам за цю розмову. Петр Кульпа, директор програми Школи міністрів Київської школи державного управління і колишній член уряду Польщі був з нами на зв'язку.